предусмотренную частью 4 статьи 264 проекта и назначить ему наказание с применением части 1 статьи 62 УК РФ в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии поселения. Меры пресечения Ткаченко в виде подписки о невыезде отменить, взять под стражу в зале суда с помещением в опции 1 года колонии. Срок отбывания наказания исчисляется содержится в апреле 2013 года. Гражданский иск был удовлетворен частично изыскать о Ткаченко и лицарстве морального труда в пользу гражданских престолов Владимира Андреевича Смолянина в размере 500 тысяч рублей, Ольги Михайловны Смолянина в размере 500 тысяч рублей. Вещественные доказательства. Автомобиль белого цвета БМВ 3187, регистрационный знак 2958-116-2060 года рождения. Здесь серебристого металлического цвета с отверстием для болтов с значком БМВ. Шина, хранящаяся через МВД по республике Татарстан, вернулась по принадлежности Ткаченко. Компакт-диск с видеозаписью сюжета из программы «Перехват телеканала эфира 23.04.2015 года» хранить при уголовном деле. Приговор может быть отправлен Верховным судом в течение 10 суток со дня его провозглашения, а судьи тоже срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать за своим участием в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать свои жалобы. Выходим все из зала. Выходим все из зала.